Давайте посмотрим более внимательно, в какой ситуации используются финансовые резервы. В ситуации, когда возникают те или иные кризисные явления. И у меня в тексте есть указание о том, что когда организация, отрасль или страна, или международное сообщество начинает вползать в кризис, то полагается определить основные параметры этого кризиса. Ну, в первую очередь, конечно, его характер, причина, причинно-следственные связи, почему этот кризис возник. Ну, допустим, кризис 2008 года считается возник из-за кризиса в Соединенных Штатах. И через некоторое время этот кризис пришел в Россию. Сейчас тоже интересно понять, каковы истоки тех кризисных ситуаций, которые мы наблюдаем на рынке. Так вот, важно понять длительность этого периода и глубину, допустим, силу его воздействия на каждую конкретную компанию. И в зависимости от этих двух параметров предлагается выбирать инструментарий для решения данной проблемы. Если допустить, что кризис, который мы наблюдаем, связанный, который приводит, допустим, к потере выручки, продлится 5 месяцев, то есть, допустим, с ноября по 1 мая, то для такого кризиса нужен один инструментарий, при условии, если падение выручки составило не больше 10%. Если этот кризис продлится, допустим, по ноябрь этого года, и сила его будет гораздо больше, допустим, падение выручки составит 15-20%, может быть, до 30%, то тогда необходимо применять совершенно другой инструментарий. Ну, возникает вопрос, конечно, как это определить. Зависит многое от уровня квалификации. От уровня квалификации топ-менеджеров и предпринимателей. И за этот вопрос, конечно, отвечает стратегический менеджмент в полной мере. И если говорить о том, какое образование должно быть у топ-менеджеров, то это образование называется общий менеджмент, и в рамках этого общего менеджмента руководители в развитых КАП-странах изучают стратегию, финансы, управление производством, маркетинг, управление персоналом, бизнес-процессы, логистику, юриспруденцию, международный бизнес, безопасность в меньшей мере. То есть руководители должны получать комплексное образование, в том числе определенный блок должны знать из области общей стратегии, но в условиях России это еще одна особенность, вторая, номер два, когда каждый из присутствующих вряд ли получил такое образование по специализации общий менеджмент, даже если вот вы руководители. Просто у нас история другая, которая корнями уходит в социалистический период. Да и первый раз специализация общий менеджмент появилась, я ее обнаружил в университете управления 3 года назад на программе MBA. То есть, да, эта специализация появилась, но в развитых КАП-странах обучение руководителей по ней ведется уже 30-40 лет, а у нас она только появляется. Ну и нужно сказать, что в развитых КАП-странах обучение идет в очном режиме. С отрывом от производства у нас это обучение обычно носит вечерний характер, и это совершенно разное обучение, когда человек после рабочего дня приезжает вечером в университет и пытается поучиться. Ну и опять же нужно делать домашние задания интенсивно, на это в принципе не остается времени. Итак, два параметра основных как минимум нужно определить. И давайте я попробую вас спросить, как вы считаете, можете ли вы сделать экспертное заключение о том, когда сегодняшние кризисные явления закончатся и страна снова перейдет к подъему, допустим, в пределах 3-5% ВВП? Не сможет что? Понятно. Если вы не можете экспертно определить этот лаг, то тогда как вы будете формировать свои подходы к интуитивно? По поводу интуиции.
лет 10-12 назад Российская академия наук сделала доклад для Государственной Думы, в котором осветила вопрос интуиции. То есть думцы заказали себе такой доклад, Академия наук сделала. И оказалось, ну, о чем говорили академики, если говорить об интуиции, как об основном инструменте определения ключевых параметров внешней среды. Академики говорили о том, что существует так называемая информационная оболочка Земли, и каждый человек с этой информационной оболочкой связан. И в зависимости от того, какова эта связь, там, по сравнению с интернетом, широкий канал или узкий, такая у человека и интуиция. Вот это был доклад более 10 лет назад Академии наук. А мои наблюдения показывают, что интуиция – это, конечно, хороший инструмент, но он имеет свои характеристики, и он имеет достаточно серьезные погрешности, по крайней мере, целесообразно попробовать рассматривать это хотя бы в наборе сценариев. То есть вы можете составить 2-3 сценария по этой ситуации и под эти сценарии разработать перечень действий. И после того, как вы уже входите в эту ситуацию, находитесь, допустим, в середине или в разгаре кризиса, изучая это явление, вам становятся понятны характеристики, и вы можете путешествовать, выбирать, какой сценарий на сегодняшний день является наиболее важным. Если вы, в принципе, не хотите это определять, то тогда целесообразно исходить из худшего сценария о том, что вот в таком состоянии или хуже ситуация будет находиться в течение, допустим, от 1 до 3 лет, и вам нужно разрабатывать перечень мероприятий, исходя вот из этой гипотезы. Достаточно тяжелая гипотеза, но, тем не менее, если вы не готовы делать экспертные оценки, то тогда придется исходить из нее.